Весна пришла, весне дорогу. 1 апреля вчера было. Алло. Попутала там что ли? Погода. 8:20 утра, такси работать пора, наверное, уже, а это самое. А не стоять тут меня подпирать, еще и трубку не брать. А? Алло. Ярик, возьми биту. Иди разберись с ним. Что здесь у нас? Маночка по рецепту специалиста-силовика. Одна порция для Вируськи. Еду в попытках найти банкомат. Зон розовая пантера приуныла, или кто это там? Бедняга, бедолага. Вируся, как тебе наш плейлист? А? Нормально? Ой, ничего не видать. Подшагиваем уже, подбираемся к мячику, там дела у нас. Русский, тебе уже исполнилось 3 года, пора начинать учиться дрифтить. Поехали на тренировку с тобой. Поехали? Поехали. Буквально вчера приехала тренажка, и она уже в деле. Такое пробное маленькое занятие. Но пока так себе получается, честно. Навялого. Ох, ласточка. На родных землях, а? Подбитая, правда. Но мы под шаманем, я думаю. Пока, кстати, в дрифт-школе доступна площадка. Трасса еще там тает, чистят. Потом она будет занята до 15, по-моему, апреля Toyota или кем-то там. Так что площадочка вас ждет для лютого обучения. Ох, дикая лайба, а? Все сама делает. Просто сел и поехал. И Руська, покатались, подрифтили, теперь поехали, сдадим металл традиционно. Покажу тебе, где металлобаза, потом будешь сама ездить. Да, Вируська? Да? Да? Молодец. Поехали. Пришло время наконец-то этого мотора. Так, кнопка. Отстегнуть, сейчас, погоди. К, металл сдали? Сдали. Получается, двушку на заправку. Пятихатку тебе за помощь. Штуку мне. 50 рублей в копилку на чай. Все, поехали, заправимся.